Компания «Алроса» утвердила список своих долгосрочных клиентов до 2020 года. Они примут участие в первой торговой сессии уже с 15 января. Долгосрочные контракты – это основа сбытовой политики «Алроса». По ним реализуется до 70% добываемых компанией алмазов. Они гарантируют объемы и ассортимент ежемесячных поставок. Такая форма сотрудничества обеспечивает компании и ее клиентам стабильные поставки сырья. Клиентами «Алросы» стали крупнейшие участники рынка. Все они проходят строгий отбор по юридическим и финансовым критериям. Кстати, новый контрактный период отмечен увеличением объема продукции, идущей на внутренний рынок России. Это делается для поддержки отечественных огранщиков.